Друзья, я решила проколоть уши. Если честно, я боюсь. Ну что, поехали? Ребята, мы приехали в салон красоты. Там увидимся, да, там. Пока! Ну что, пойдемте. Она боится. Это же по секрету. Боится. Неправда. Ой, мама. Давай раздеваемся. Да. Так красиво. Это она от страха танцует. Ладно. Боится уши прокалывать. Ну правда. Напишите. Иди выбирай сережки. Иди сережки покажи. Это медицинские сережки, пока временные. О, какие классные. Выбирай. Давай. Вот эти. Темные. Фиолетовые. Фиолетовые? Мне кажется, да. Да, ну, может, потому что Нет, да? Просто люблю фиолетовый. Ну, давай. Иди тогда. Понятно. Так, время на сережки мы выбрали. Напишите, какие вам нравятся. Угу. Не бойся, не бойся. Это не страшно. Присаживайся. Ты тоже давай. Смотрите, она не боится. Скажи, ты не боишься? Не боюсь. Нет, нисколько. Вообще боюсь. Вообще. Сережка, покажи нам. Фиолетовую. Покажи. Покажи. На локоть. Не знаешь, а на локоть. Ну, блин, я реально боюсь немного. Подержи еще нам, чтобы не трясти, не в руках не тряси. Так. Фиолетовый, да? Красивенький, маленький такие, да? Я реально боюсь. Потом будем другие сережки покупать. Золотые. И на турнир мы будем уже под цвет платья, да, подбирать уже тоже сережки. У нас, кстати, скоро турнир. Слушай, под стандарт давай... По стандарту нельзя, под латину. На черное или наше зеленое, что-то надо подбирать. Давай зеленое. Вот что подберем, то подберем. Какие-нибудь веселечки длинные. Надеемся, что ушки нас успеют зажить. Сегодня 10 до 16. Ой, все, какой 10? Сегодня 5, да, апреля? Да. Сегодня 5 апреля до 16. У нас цель, чтобы уши успели. Какие ушки? Уши, я крутала. Уши. Блин, ну на самом деле это реально немного страшно. Брат, ты как то ушки прокалываешь? Мы прокалываем ушки, здрасте. Друзья, подписываемся на наш канал и не забываем нажать на колокольчик. Он внизу, чтобы не пропускать наши новые ролики. Друзья, итак, было чуть-чуть больно, потом немного щипало. Я себя даже больше испугала, чем это было больно. В принципе, нормально. Обрабатывать надо мироместином. На 3-4 день можно немножко сережку прокрутить в ухе. И все, в принципе, мы к турниру готовы с сережками. Мы это сделали! И плюс еще дают конфетку. Пишите нам в комментариях, есть у вас сережки, нет сережек, прокалываешь, не прокалывали, ваши эмоции, чем прокалывали и так далее, и так далее. Очень интересно, почитаем с удовольствием. Удачи, пока! Пока!